Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Наконец-то я кое-что купила в магазине Фикспрайс и магазине Галамарт. Ну, конечно, в Фикспрайсе в основном у меня продуктовая закупка. Я так ничего там такого себе не нашла, потому что то, что я хотела, я уже купила. А вот в Галамарте я, в общем-то, побольше купила. Сейчас я вам все покажу, что я приобрела. Первым делом вот я купила вот такой вот календарь, 2018 год. Этот календарь для девочки мне нужно будет подарить. Он так сделан, интересно, вот видите, вот календарь. Тут красивые вот здесь девочки, тут месяца. И там в конце можно даже, вот видите, раскрашивать. Ну, вот такой вот календарь. Мне он понравился, и я решила его приобрести. Мне его нужно будет подарить, отдать. Вот такая вот вещь. Мне понравился. Здесь красиво очень нарисовано все. Календарь 2018 называется. Игры и задания. Веселые картинки. Барби. Так. Теперь взяла лапшичку. 25,50 такая лапша. Цена нормальная. Взяла вот такие вот макарончики. Взяла перья. Ну и вот такие вот взяла. Как спагетти. 25,50 любая. Цена, в общем-то, нормальная для таких макарон. Они из твердых сортов. Вот взяла джем. Взяла две банки. Мне написали, что джем вроде неплохой, поэтому я его взяла. Я хочу сделать, не знаю, или булочки, или, может быть, сладкий пирог. Надо подумать, в общем. Сейчас пост, в общем-то, начнется. И, может быть, что-нибудь из этого приготовлю. Ну, как раз посмотрю, что за джем. Не знаю, писали, что джем неплохой. Ну, так вроде он, видите, ничего даже... Не трясется, он прям вот такой держится. Мне нужно, чтобы он густой был. Ну вот две банки взяла одинаково, потому что одной все равно мало. И так, стоит, значит, 51 рубль. 500 грамм здесь баночка. Пластмассовая такая. Кетчуп взяла Миладора. Две упаковки. Мне он нравится, с кусочками перцев здесь. 25,50 нормально, здесь 200, ой, даже 350 грамм, и вес нормальный, и цена, и качество меня устраивает. Вот я беру там этот кетчуп. Муж себе шоколадку вот эту взял, он любит. Горький шоколад, 68%, он белорусский, шоколад неплохой. Так, еще вот такие вот наколенники мы взяли. Это вот на дачу, вот видите, вот здесь, вот так вот он крепится, вот так нога. Когда будут посадки, это на коленники, крепится на ноги, на две ноги. Они такие, видите, вот так вот резиночка одевается. Очень такие толстенькие, мягенькие, ну, как поролон, видать, это что ли. В общем, земля холодная, посадки когда, немного ногой... Все равно встаешь как-то. А тут вот на колени для этого, чтобы не застудить ногу и в то же время не замарать ее. Можно на коленник, можно даже, может, салофанчик что ли сверху сделать. Не знаю. В общем, давно мы их смотрели на эти наколенники. Решили в этом году взять. У нас не было. В общем, хорошие придумали дело. Мне кажется, пригодится садоводам-любителям для посадки. Ну и взяла я вот такой вот салатник. Я давно хотела взять, в одном магазине увидела, уже нигде их нет. Вот он такой вот, видите, он как листик. Ну очень, во-первых, очень глубокая, смотрите, какая глубокая глубина. Хорошая такая глубина. Здесь вот браться вот так ручечка. Не знаю, мне он понравился, прям вот такой листик. Я давно поглядывала на него и потом не видела. В разные магазины же снимают. Нету, нету. А тут увидела и я купила.
Ну, в общем, я купила вот такой салатничек. Ну, в общем-то, эти покупки все именно из фикс-прайса. Сейчас я вам покажу, что я купила в магазине Галамарт. Там купила побольше, и там своеобразные тоже покупки такие. Сейчас я вам покажу все. Вот такую вот взяли мы с мужем для дачи. Смотрите, 1485 рублей стоит. Это вот, видите, это розетки. Включается 4 розетки. Вот кнопка. Вот так вот тут сделано. 25 метров. Вот. Как типа, не знаю, наставлять. Ну как оно называется-то? Господи, переноска, забыла, как называется. Только она очень большая. 25 метров у нас участок. Часто что-нибудь нужно, ну вот, или включить, или просверлить, или что-нибудь. Незаменимая вещь, очень понравилась. И муж сказал, что цена хорошая. В общем, взяли мы такую штуку. Не знаю, может, кто увидит, может, кто кому такое понадобится. 25 метров, вот такая бобина. Она, видите, накручена и хранится удобно. В уголочек поставишь, и все. В общем, взяли мы такую вещь. И очень доволен муж. Говорит, вот, ну все. Посередине участка все вот это вот сделает. Включит. Здесь, видите, 4 розетки. На даче включит. Прекрасно. И все можно делать. Вот такая полезная штука у меня. Еще мы там купили удобрение. Вот такое это гранулированная удобрительная смесь. Вот такая вот. 65 рублей стоит. Она тяжелая, 1 килограмм. И вот такая, называется вырастайка. Универсальное удобрение. Но это все уже для дачи. Тоже стоит 65 рублей. И по 5,5 рублей семена появились там, нам понравились. Это ранний сорт. Вот здесь вот редиска. 5,50 стоит один пакетик. Болгарский перец, здесь зелень, петрушка, листовая, огурец вот есть. Лук, батон, апрельский называется ранний. Зимний лук. Здесь помидоры, гроздями вот помидоры. Есть помидоры, которые вот такие. В общем, все это ранний сорт. И еще морковь. Ну, в общем, набрали вот таких семян. По 5,5 рублей. В общем-то, там чувствуется прям семена. Ну, такое именно мы не брали, но нам понравилось. Я думаю, попробуем их проростить. Может, они и неплохие. В Галамарте там обычно носки хорошие цены. Вот чистый хлопок. Вот видите, пирамида. Вот эти вот носки по 19 рублей. Вот это вот по 15 рублей. И, по-моему, тоже 19 рублей. Мы взяли, они все такие, не больше 20. Чистый ХБ. И есть ХБ, и немножечко тут эластана, что ли. Ну, в общем, взяли вот 4 пары. Когда мы там бываем, всегда берем. Скоро тепло будет. Носочки уже толстые не нужны. Это ХБшные прекрасные носочки. Цена там очень хорошая. Ну, 15-19 рублей, не знаю, может где-то, конечно, и продаются, но там они есть всегда. Вот берем. Взяли вот такую турку. Турка медная. Она, в общем-то, дорогая. Ну, имеется в виду, что она не должна быть дешевая. Я вот искала такую турку, чтобы было на 2 порции. Ну, что пол-литра. Это вот 2 порции. Здесь пол-литровая турка медная. Я дала ее, так, за нее 645 рублей, вот за эту турочку. А вообще искала по всему городу, именно вот, чтобы пол-литра было. Но самую дешевую нашла, 780 рублей. Уже хотела ехать брать, а потом увидела в Галамарте. Только собралась купить, остались там маленькие, 300 миллилитров. И вот этих долго не было. И я все спрашивала, когда ходила снимать. Сейчас появилась, и вот мы взяли наконец-то. Вот обновить турочку. Прекрасная турочка. Взяла вот такой термометр. Для духовой печи и мяса. 2 в 1 называется.
Я давно хотела, это вот как щуп такой. Когда вот, ну, запекаешь вот целиком утку, гуся или большой такой, ну, кусок мяса, его не проверишь внутри. А я знаю, что внутри должна быть определенная температура. Тогда он будет мясо сверху такое, а внутри будет, ну, не сухое, а вот прям вот хорошо запеченное, сочное. Нужно знать определенную температуру. Я всегда наугад делала, у меня не очень хорошо получалось, я поэтому целиком как-то редко запекала. Теперь я вот это дело купила, 149 рублей стоит он. И вот я буду им пользоваться, хочу попробовать я. Потому что целиком гуся не резать ничего, выпекать или там утку с чем-нибудь, все-таки вот это вот дело пригодится. Надо еще посмотреть, как им пользоваться. Просто я смотрела, в интернете смотрела, как-то вставляется вовнутрь. И вот здесь вот вроде как выставляется температура. Ну, сколько там внутри она, и вот здесь показывается. И когда заглядываешь в духовку, ты уже видишь. Ну, я не знаю. Ну, я давно хотела, вот увидела, я обязательно купила. Потому что я давно хотела, ну, я думаю, мне пригодится. Не знаю, кто пользуется таким, нет. Ну, я мечтала, пусть будет сейчас. Взяла силиконовую вот такую форму. Ну, у меня и так много форм, но мне понравилось, у меня же мальчики маленькие. Вот смотрите, прям форма целиком машинки. Это вот видите, прям паровозик. А это прям вот машинка, и прям человек сидит в машинке. Вот. И вот тоже, как вертолетик. Я решила купить вот такой вот. Я им делаю кексики. У меня разные, конечно, формы есть. Вот. А они мальчики. Им, конечно, больше понравится вот такое. Ну, а эта форма, конечно, не сильно дешевая. Я ее купила не из-за того, что она там дешевая. Она стоит 158 рублей. Силикон толстый, хороший силикон. Очень хорошего качества. Но я не жалею. Буду печь кексики и заливать. И вот в форме таких машинок. Вот в гости пойду к ребятишкам. Они маленькие у меня. И вот им буду приносить вот в форме машинок. Они будут рады. Еще взяла вот такие вот по 39 рублей. Вот такие вот для кексиков. Видите, какие хорошенькие. 39 рублей вот одна вот упаковочка. Вроде недорого я взяла. Вот я пеку часто. Вот разнообразить. Вот будут такие еще у меня кексики. Такие формы. Конечно, не машинки, но типа цветочка, они глубокие, тоже силикон неплохой, 39 рублей. Вот одна 39 и другая 39. Вот взяла две штучки. Взяла вот такую мини-скалочку. Я хотела, у меня есть большая скалка, но бывает вот такую положишь, ну вот на лист теста, и чуть-чуть нужно вот так вот ее раскатать. Приходится или стаканчиком, или еще чем-нибудь. У меня вот такой маленькой нет. А она прям маленькая, аккуратненькая, силиконовая, крутится вот так вот. Вот я буду ей пользоваться минимально. Мне вот нравится. Так, она стоит 99 рублей стоит. Такая скалочка. Мне она понравилась, я давно поглядывала. Ну вот решила взять я такую маленькую скалочку. Я думаю, она пригодится. Когда небольшой объем, или, может быть, нужно будет подкатать именно прямо на листе для выпекания, пригодится вот такая. Я взяла еще вот такие вот формочки для печенья. Вот такая вот елочка. Вот елочка. 19 рублей стоит одна. И два человечка взяла. В форме человечка. Прям вот, видите, человечек. Вот два одинаковых взяла. Вот одна форма стоит 19 рублей. Ну, я вот решила три штучки еще докупить. Печенье стряпаю. У меня формы разные, но человечков точно нет. Елочка, не помню. По-моему, тоже нету елочки. Ну, в общем, пусть будет 19 рублей. Не сильно большие деньги. Вот три формочки. Взяла я вот такое вот себе. Вот видите, ролик пресс называется. Стоит он. Так, стоит 99 рублей. В общем, написано, что вот так вот
берешь за ручку, и вот так вот он поворачивается, и вроде как вот такие кругляшки прям будут, ну, вырезаться. Но я не знаю, я не пробовала, не скажу. Увидела, мне понравилось. Написано, что будет так, 9 на 17 сантиметров. Что это? Или это вот 17 на 9? Это не знаю. Для вырезания кружков из теста написано. Хочу попробовать. Может, лучше будет, чем стаканом я вырезаю. Но мне кто-то писал, что вроде хорошая штука. Ну, не знаю, попробую. Ну, вот я ее взяла. 99 рублей. Ну, нормально. И последнее, что я взяла. Я давно хотела такой набор взять. 109 рублей стоит. Вот три формы. И вот здесь, видите, крышечка. Форма для приготовления салатов и десертов. 9 на 4 сантиметра написано. Из нержавейки. 109 рублей стоит. Я считаю, нормальная цена. Сразу 3. Вот будем оформлять. Или когда праздник, на тарелочке 7 порционов или салатики. Или может действительно какие десертики. Может быть делать. Ну, в общем, вот такое я хотела купить. Я купила. Потому что там у них есть просто одна штука. И тоже недешево, кстати. Она немножечко вроде побольше это, ну чуть-чуть. И стоит тоже около 100 рублей. А здесь 3 штуки. И стоит 109 рублей. Я посчитала, что это выгоднее. Ну, в общем, все. Я, кажется, вам показала все. Вот такие у меня покупки были. Вот я довольна лично. Галамарте, конечно, видите, такие более дорогостоящие покупки. Но там и выбор больше. Видите, там для дома. Ну, а в Фикспрайсе взяла больше, конечно, продуктов. И вот такую вот прекрасную салатницу, квазочка шикарную. Ну все. Вот, кому, может, что понравилось, пожалуйста, можете тоже сходить выбрать. Я думаю, у вас тоже этот магазин есть. Ну все, всем счастья, здоровья. Всем пока-пока.